Наступили холода, и в Тобольске вновь день жестянщика. Первый снег и заморозки заставили автолюбителей задуматься о смене колес. В шиномонтажных мастерских ажиотаж, стоят очереди. Чтобы помочь всем, в некоторых даже продлевают рабочий день. Понижение температуры будут не разовое, а уже, допустим, 3-4 дня у нас похолодание, то, конечно, необходимо летнюю резину сменить на зимнюю. После замены шин необходимо наклеить на автомобиль знак «Шипы». Специалисты рекомендуют начать переобуваться вовремя и не ждать, пока снежный покров полностью ляжет на дорогах. Неправильно, когда люди ждут до последнего снега и начинают переобуваться. Именно шиповка, обкатка шипов происходит лучше при плюсовой температуре. Специалисты ГИБДД предупреждают, с начала наступления гололеда увеличивается риск ДТП. Только за неделю на дорогах города и района произошло 37 аварий с материальным ущербом, 7 пострадавших. Накануне водитель автомобиля «Chevrolet Lachetti» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Телесные травмы получили трое взрослых и два несовершеннолетних.